Малообеспеченные студенты вузов смогут рассчитывать на более высокую стипендию. В эту категорию попадают дети из малообеспеченных семей, сироты, инвалиды первой и второй групп, а также пострадавшие от радиации и ветераны боевых действий. Кроме того, прибавки к стипендии могут ожидать студенты и аспиранты, обучающиеся по специальностям, которые востребованы экономикой. Они получат 3000 именных стипендий президента России и 5000 стипендий от правительства.